Государственный секретарь США Энтони Блинкен сегодня утром прибыл с визитом в Киев. Он уже посетил Берковецкое кладбище, где вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой почтил память павших украинских воинов. Американский чиновник планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, и по данным западных СМИ ожидается, что Энтони Блинкен объявит о новом пакете военной помощи Киеву на сумму более миллиарда долларов. Кроме того, госсекретарь США хочет обсудить с руководством Украины ход контрнаступления вооруженных сил. Госсекретарь США уже заявил журналистам, что Вашингтон видит прогресс в контрнаступлении и хочет убедиться, что у Украины есть все необходимое для продолжения борьбы. Энтони Блинкен приехал с двухдневным визитом и остановится на ночь в Украине впервые с момента вторжения России в Украину. Напомню, что это уже третий визит Энтони Блинкена в Украину во время полномасштабной войны. Последний раз он посетил Киев год назад, 8 сентября, и тогда он встретился с украинским лидером, посетил разрушенный российскими оккупантами Ирпень и встретился в киевском госпитале с детьми, пострадавшими в результате российской агрессии.